Здорово всем, ребят, на евросервере вышел основной розыгрыш 1. Посмотрим, что здесь будет, но суть того, что нужно собрать 3 ключа, чтобы открыть основной розыгрыш 2. Шанс выпадения ключей просто, ну, очень огромный. Пока ни одного ключа. Хотя шанс, ну, намного больше, чем был у мистического контейнера. Что здесь у нас? Ну, здесь все нормально. Здесь все как обычно, все нормально, крутим дальше, пытаемся выбить ключи. Так... Кстати, давайте так, кто там уже выбил 3 ключа, открыл второй розыгрыш, это подсказывайте, что там, как с дропом, что падает и кому что выпало. Судя по всему, что-то ключами пока не пахнет даже. Ну, хоть один дай, дай хоть какую-то надежду. Угу. Надежды тают, конечно. Ну, ключик. Да это капец какой-то. Ну, хоть один ключик, Вархейминг, ну, кинь эту косточку мне надежды, ну, хоть один ключик. Ой, это обалдеть. Охренеть. Ладно, ладно, крутим еще. Не, да, походу, короче, не хочет мне выдавать ключики. Ну ладно, давайте откроем, посмотрим, что здесь выпадет у нас из сундуков. Из контейнеров. Так, собери их все. Ахалай, махалай, что-то выпадай. Нет, ни хрена. Еще один. Ничего. Ну, все хорошо. Все нормально, мы идем к успеху. Так, ну что, мистики. Давай, сертификат. 500 золота. Ну, неплохо. Плюс еще один мистик. О, сертификат. Вот это неожиданно, кстати. Вот этого я не ожидал. Так, ну здесь ничего по-любому. Да? Раз, два. 200 золота. Ну, нормально. Так, а с мистика что-нибудь синенькое и дорогое. И обалдеть. Вот фигня какая-то.